С вами команда Детол, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя Легенды. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Ребята, всем привет! Срочно поставьте лайк и досмотрите это видео обязательно до конца, потому что в этом видосике может быть именно ваш состав. Играем за составы наших подписчиков. И, конечно же, мы играем на нашем топовом аккаунте 100 уровня с полной прокачанной подпиской Додзе, а также на этом аккаунте есть все персонажи. Они все 100 уровня, полностью прокачаны и платиновые. Ребята, кто хочет себе такой же крутой аккаунт, кучу персов, у нас есть ссылочка в описании нашего дорогого подписчика. Вы можете ему написать, и он вкачает ваш аккаунт на максимум. Скажите ему, что вы от команды Детол, вам будет еще и бонус. Количество бонусов ограничено, успейте их получить. Пишите ему, ссылка в описании, и наслаждайтесь игрой так же, как и команда Детол. А мы погнали в турнирную арену Лигу Мастеров. Команда Детол, как всегда, на первом месте. И сейчас возьмем первый состав от нашего подписчика. Кто этот счастливчик? Так, а это у нас Кирилл Мальцев. Кирюха, тебе лайк и сердечко, конечно же, ставим. А, ребят, кстати говоря, у кого лайк и сердечко есть, вы знаете, вы попали в видосик, ищите ваши составы видео. Так. Да, вам очень повезло. Так, Кирилл у нас подписался, поставил лайк, нажал на колокольчик еще и поделился, ну просто святой подписчик. Так, и еще ни разу не был видео. Ну, дружище, все, уже был, Welcome. Получается. Получается, уже был, действительно. Да, и здесь у нас Саблезуб, Острозуб и Рокзар. Ух ты, какой крутой состав. Так, а это круто. Саблезуб, Острозуб и Рокзар. Да, да? Прям, представляешь? Прям, в рифму даже, можно сказать. Рокзар вот Рокзар, есть? Не пропускаем. Где и этот? Остался Фишфейс, да, наша рыба-рыба. Да, рыба-рыба, вот где эта рыба-рыба у нас находится, а вот, она. Отлично, и погнали в бой. Ребят, чтобы в видео попасть, все очень просто. Надо поделиться со своими друзьями этим видео, кнопочка прямо под видео есть. Поставить лайк, конечно же, написать 3 персонажа столбика в комментариях, а лучше 3 загадки, а мы их будем разгадывать уже в следующем видео, потому что вы попадете в видосик. Так, смотри, здесь есть Майки из мультика, давай прям по нему начнем атаковать. Нет, вот посерединке. Мощная атака от Рокзара на 150% урона. Давай. И D5, 353, очень хорошо. И, конечно, Фишфейс добивает, хорошая команда. Смотри, они по росту прям выстроились. Да, так, смотри, бомбочка на нас летит, ни у кого у нас нет контратаки, очень жаль. И вот О. еще один персонаж, у него, да, мощная атака, 200 аж процентов. Усилий. Я думаю, нету шансов. 13 тысяч дамага, ребята, с одного удара просто отправляет нокаут Острозуб. И здесь Фан у нас... Фанфуковец нас прилетает, и Рокзар тоже немножко достается. Ну-ка, не знаю, последнюю По атаку кому? Тоже можно использовать Фишфейса. Ну, в давай принципе, попробуем. Без кого атаковать. Тут оглушение, тут у нас какая-то была еще мощная атака. Не, у него не было такой мощной атаки, которая увеличивает что-то. Ну ладно. Есть с разными эффектами. Ага. Вот, например, оглушение, например. Очень даже Я неплохо. Я понял. Так, и что у нас здесь теперь получается? Вторую атаку Да, можно? Давай вторую атаку попробуем. Когти кидаем, отращиваем и еще раз можем кинуть. Отлично. И здесь у нас, конечно Добиваем же... Добиваем кулачком обычной атакой, прям 2600. Очень хорошо. Может, с хвоста дадим? Ну давай, а какая-то атака у нас с хвоста? Ну вот, вторая атака. Давай. Кстати, Майки может уйти в невидимость. Немножко неправильно мы выбрали цель. 5000, вот это да. Ой, этот Майки. Майки не выбрали. А это тоже же Майки у нас получается. Майки, Майки, два невидимых два друга. Майки. Ну, слушай, они вдвоем, даже если идут в невидимость, мы, наверное, любого сможем атаковать. Да, мне кажется, вот Острозуб у нас самый мощный персонаж, потому что у него две суперские атаки. Это идеальная победа. Да, у нее реально для дамага 180% урона и 200%, но это очень мощно. Да, крутой составчик, спасибо огромное. А следующий счастливчик, который к нам залетает, это Саммер Ледстоун. Саммер, тебе, конечно же, лайк и сердечко. Хочу видео. Ну все, хочу, желание хочу. Сбылось. Все сделал, подписался, лайк поставил, состав? Поделился. Так, у нас космическая черепаха с красной повязкой. Так, это Раф у нас. Враг Сплинтера, ставший мутантом. Есть такой. И черепаха так. в костюме рыцаря. Черепаха в костюме. Это же вот, вот она. Подожди, пролистал, пролистал. Вот левее. Она, лево. Да, это лево ролевичок наш. Так, и космический Раф. Вот он. Супер, Все. Ребята, погнали в бой. Ребята, поделитесь видосиком, лайк поставьте. И, конечно же, напишите 3 персонажа в столбик в комментариях. А лучше 3 загадки, и вы 100% попадете к нам в видео. Так, смотри, здесь мы начнем, конечно же, с кошечки, наверное, да?
Потому что давай. Она может подлечить и хорошая атака когтями. Давай так и сделаем. Кошечке залетает 2 когтя на 6000 крит. Хорошо. Да, так. Майки теперь атаку повышает. Ах, и... Майки, бывает. Скорость такое. Даже еще себе повысил, да? Да, кошечку мы добиваем рыцарем нашим. И... О, кстати, параф. Или Майки. Хотя Майки уже заюзал свою атаку. Давай, да. В принципе, можно параф. Только третью атаку. Вот, третья, да. Конана, да, конечно. 180% увеличение силы атаки, ребята. А это не шутки. Да, может с одного удара даже вынести. И так и происходит. Шикарно, ребятки, шикарно. У нас ракетница, которая летит не туда. И да, половина хелсов. Половина и хелсов. И Макман, вот Макман, конечно, может нам навредить. Ты посмотри, что с нашим супершредером творится. Да, зажали, ребята, супершредера. Зажали, но он у нас свирепый малый. Сейчас как кому-нибудь залетит тоже. Давай по Макману. Давай попробуем. А, атака, правда. Но все равно 3150, это очень даже неплохо, мне кажется. Так, а какая у нас здесь супер? Смотри, может с вероятностью на помощь прийти. Это разрушитель у нас, поэтому только последнюю щит можем бросить. Давай, бросаем щиточек, и 4200 заморозочка прилетает, и я думаю, обычной атакой можно его уже отправить нокаут. Есть. Да, хорош, все, осталось 2 противника, и Майки тюрикена свой выбрасывает, массовая атака. Жалко, у нас нет контратаки. Да, ребят, выбирайте, кстати говоря, по возможности с контратакой персонажей, всегда очень эффективно прям работают, особенно когда еще Сплинтер и Раф из мультика, вообще круто. Смотри, у него уклонение, да, поэтому я думаю, по Бибу будет гораздо лучше атаковать. Да, броня у нас повесилась, сейвится как может у нас Супер Шреддер. Обычную атаку используем, к сожалению, да. Другого мы ничего, ух ты, хорош, 4200, и давай, наверное, бластером. Вторую атаку. Давай вторую. Давай вызовем нашу маленькую огненную черепашку. И поджарим его. Прям отлично. Так... Ух ты, вот это прилетело, так прилетело. Очень хорошо. Так, шикарно. И на помощь здесь Майки приходит, прилетает прям. Смотри, аж две атаки. Аж две атаки провел. Ну ты смотри какой. Массово используем, потому что остался один персонаж, ребята. И... 5000, ого-го. Смотри, постепенно еще урон, еще одну массовую атаку, огненный меч, заряжаем, и это победа. Шикарная, идеальная победа, ребята, а мы отправляемся дальше, ищем следующего счастливчика, а это у нас Гача-арбуз. Гача, тебе лайк и сердечко, конечно же. Все, Гача у нас сделал все, что можно, и черно-белый раф, зайчик-носорог и монстр из мусора. Круто, давай брать. Слушай, состав загадочка очень хороший. Черно-белый раф есть такой у нас. Так, сейчас найдем. Криминальный раф, да. Да, так, монстр из мусора и Макман. Зайчик-носорог. Сейчас, ой, как быстро все пролеталось-то, как так произошло? Кто не знает? Там, по-моему, черно-белый раф был. Да, уже был, пропустил. А где так, он нет, у нас, это кстати? Не раф, дальше-то, да? Дальше. Mm-hmm. Вот Макман, с игре Макман набери. Так, есть у нас из мусора. Вот зайчики, Раф. Кстати, Раф тоже был. Есть? А, вот да. Раф. И зайчики, кролики, что ли? Ну да, они на раньше пролистал, у нас. Пролистал. Так, вот они. А кто у нас? Монстр, а, так, зайчик-носорог. Вот он, а, есть такой. А, зайчик-носорог, все, отлично, отправляемся в бой. Поехали, ребята. Не забываем обязательно делиться видосиком, ставить лайк и, конечно же, писать 3 персонажа в столбик в комментариях и попадете в следующий ролик. Да, так, ну что, мы, наверное, в принципе, здесь без разницы, кого бить, кого атаковать. Ну да, здесь нет у нас мощных ребят, которые могут и подлечить, и какие-то бафики хорошие наложить, поэтому просто бьем по своему собрату. Да. Так, ну что же, у нас здесь кролики, кролбо против нас выступает. А да? Это мощно. Это по половине хелсов послетает. Реально. О, контратака появилась. Смотри, у нас контратака, да, действительно есть, и она будет очень полезна. Так, пришлепнем его просто крышкой. Ну все, а теперь время ответной атаки. Сейчас мы... А это разрушитель. А это разрушитель, и это разрушитель, да? Ну получается, да, что обычная. Обычная атака. Смотри, вот две контратаки у нас. И постепенно урон все еще висит на кройках, возможно, он да. И добьет. Наверняка, но я думаю, что может и справиться. Смотри, по Макману выбирает бить Ваню Сиранко, умный и засранец, а? Кстати говоря, у нас уже две контратаки, уже и урок среди кролика есть она.
Да, очень круто. И я не знаю, зайцев-то трогать, смотри, они дрожат там, лежат. Давай попробуем других, потому что, в принципе, ну не за один ход, за два хода уж точно они сгинут. Ну, давай, тогда вот так вот просто сами бьем. О, и правда что. Так. И а что у нас здесь мощное? Кулаками прям зеленые, 190 сил атаки. Очень мощно. Все, пока, пока, отдыхай, Донни. А мы сейчас будем пытаться бить нашего Ваню Стиранка. Постепенно урон тоже повесили. Да. О, и две контратаки. Две контратаки, сразу а, одна, сейчас прилетят. Одна, к сожалению. Это прошла уже контратака. Так. Постепенно урон Вани нанес неплохо тогда мага. Ракетница летит. И еще одна контратака. Мы Махмана практически потеряли. Чуть-чуть осталось у него жизни. Не знаю, стоит ли... А, ну мы... Выбора нет, нам только Ваню Стиранку добивать. Да, придется так и сделать. И от Махмана теперь самую мощную атаку, вот эту груду мусора. 4000. И можно тоже мощную атаку массовую от нашего Рокстеди Кролика. Погнали, смотрим. Победа, дорогие друзья, идеальная. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях. С вами была команда Тодда, до новых встреч, новых видео. Пока. Пока.